Вот посмотрите еще один способ, современный способ укладки напольных покрытий по регулируемым лагам. Обратите внимание, мы видим здесь вот плиту основания. То есть здесь огромный плюс в том, что мы можем оставить в доступе коммуникации трубы или провода, которые проложены внизу. В случае необходимости можно демонтировать выравнивающий слой и, соответственно, легко достать какие-то там коммуникации для осуществления ремонтных работ. В чем суть этого метода? Смотрите схематично. Он состоит из нескольких элементов. Мы видим здесь на схеме лаги. Они прикрепляются с помощью пластмассовой шпильки к плите перекрытия. Пластмассовая шпилька, в свою очередь, прикрепляется с помощью специального дюбеля. Здесь есть звукоизолирующая прокладка. Таким образом, здесь мы обеспечиваем полную звукоизоляцию.